Йоу-йоу-йоу, никому не нужный блог. Никому не нужный блог. Маленький апдейт. Я устал от грязного звука при ветре и непогоде, и поэтому взял себе на камерную пушку. И вот мы, наконец, пишем чистый звук. И сегодня запишем первый выпуск блога, который может оказаться кому-то нужен. Вот мы приехали на парковку к Капитолию, чтобы встретиться с вот этим парнем. Привет, это что, видеоблог? Да, это Кирилл, мы с ним знакомы с коллаба, как с оператором, но на самом деле он супер акробат, правда? Ну, много, да, всяких. Расскажи что-нибудь на акробатском. Короче, у нас есть фары и разъемы, и все такое. Сейчас замутим что-нибудь. Ногтя нет. Ремонты какие-то затеем. Тут разъемы. Ага. Ну, если видел видос тут. Вот. Так, по-моему, нагляднее будет. Если не снять вот эту крышечку, то пины не расстегнуть. Это первый лайфхак за сегодня. У меня отец автоэлектрик. Ой, какой автоэлектрик. Кузовщик. Детства. Я постоянно проводил время в гараже. И мне это было интересно. А потом, когда у меня появилась первая машина, это был САП. Автоэлектрики отказывались ремонтировать САП. Пришлось разобраться самому. Давайте закрываем это все дело. Закрываем. Горит. Не забываем. А теперь поворотник. Оп. Ура! Все готово, все круто. Спасибо большое. Было невероятно просто. И... Раз тебе понравилось. У нас в субботу шоу. Вы можете зайти ко мне на страничку. Там найдете всю информацию. Ну или пиши в директ. Да-да-да. Круто, грандиозно.